В мире науки и технологий существует множество выдающихся ученых, чьи достижения и вклад в развитие общества оказывают огромное влияние. Одним из них является и азербайджанский ученый Хошбахт Юсифзаде. Будущий научный работник родился 14 января 1930 года в бакинском селе Пиршаги. В 1952 году он окончил Азербайджанский индустриальный институт по специальности горный инженер-геолог. Трудовую деятельность он начал в том же году в Баку в управлении Госспецнефтепроект Министерства нефтяной промышленности СССР. Затем работал на различных должностях в объединении Морнефть, Тресте Гюрганнефть, управлении Главморнефть, объединении Каспиймурнефть, государственном концерне Азнефть и государственной нефтяной компании. С Хошбахтом Алимом мы работаем плечом к плечу. Придет время, и мы будем гордиться тем, что мы работали с вами в одном здании, на одном этаже и в соседних кабинетах, и имели счастье прислушиваться к вашим советам. В разработке всех месторождений, разведанных в азербайджанском секторе Каспия на протяжении последних 70 лет, есть доля труда Хошбахта Алима. При непосредственном участии Хошбахта Юсифзаде и его руководстве были открыты и введены в эксплуатацию более 20 нефтегазовых месторождений в азербайджанском, туркменском и российском секторах акватории Каспийского моря, в том числе всемирно известные месторождения Азери, Чирак и Гюнешли. Талант выдающегося ученого отмечал и общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Президент консорциума Шах Данис заявил, что здесь можно добыть только от 400 до 700 миллиардов кубометров газа. Но нет второго такого человека в Азербайджане, который знает Каспийское море так, как наш уважаемый геолог Юсифзаде. А он говорил, что запасы газа будут достигать триллиона кубометров. Продолжив политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева, президент Ильхам Алиев также оказывал пристальное внимание трудам Хошбахта Юсифзаде и его вкладу в азербайджанскую науку. Так, в 2004 году распоряжением президента Азербайджана Хошбахт Юсифзаде был назначен первым вице-президентом госнефтекомпании Азербайджана по геологии, геофизике и разработке месторождений, а в 2016 году первым вице-президентом СОКАР. Известный ученый-нефтяник сыграл незаменимый роль практически во всех работах, проведенных совместно с зарубежными компаниями, в том числе в разработке блока месторождений Азери, Чирак, Гюнешли, таких известных месторождений, как Ашрафи, Карабах, Кяпас, Бахар, гигантского газоконденсатного месторождения Шах-Денис, крупного месторождения Абширон, а также в открытии месторождения Умид, которое СОКАР открыла за счет собственных ресурсов в 2010 году. Как в советское время, так и в период независимости вы многое сделали во имя азербайджанского народа. На пути развития Азербайджана внесли в это дело большой вклад. Вам принадлежит большая роль в развитии нефтегазовой промышленности Азербайджана и в советский период, и в годы независимости. Вы непосредственно участвовали в открытии более 20 нефтегазовых месторождений, во многих случаях руководили разведочными работами. Особое место среди этих месторождений занимают Азери, Чирах и Гюнешли. Открытие этого месторождения в советский период было большим событием, потому что это самое крупное месторождение на Каспии. Однако разработка Азери, Чирах, Гюнешли в годы независимости является историческим событием, потому что развитие современного Азербайджана невозможно представить без Азери, Чирах, Гюнешли. Разработка этого месторождения и добываемая там нефть обеспечивают развитие Азербайджана, обуславливают его экономическую независимость. Научные исследования Хошбахта Юсифзаде внесли большой вклад в решение проблем, возникающих при открытии и разработке нефтяных и газоконденсатных месторождений. За разработку научной концепции в этой области доктор геолого-минералогических наук Хошбахт Юсифзаде был награжден золотой медалью Азербайджана имени Низами Генджеви, международной серебряной медалью имени академика Азада Мирза Джанзаде Российской академии естественных наук. За заслуги перед мировой наукой и экономикой награжден Европейским орденом организации UNCOPA, действующий в швейцарском городе Женева, двумя орденами СССР, Трудового Красного Знамени и Знак Почета. Дважды удостаивался государственной награды. В годы независимости его деятельность была оценена орденами Истиглал, Шохрат, Шараф, Амяк первой степени, а также премией Гейдар Алиев, почетным дипломом президента Азербайджана. Наследие Хошбахта Юсифзаде будет высоко цениться подрастающим поколением.
Сегодня перед вами открыты большие возможности, перспективные специальности. Пожелать вам того, чтобы пойти по нашим стопам, это слишком мало. Я желаю каждому из вас обойти нас во многом. Желаю, чтобы вы добились гораздо больших успехов. Работы и достижения Хошбахта Юсифзаде продолжают вдохновлять новое поколение ученых, а его проницательные идеи до сих пор остаются актуальными. Хошбахт Юсифзаде – яркий пример ученого, который своими трудами и настойчивостью смог изменить мир и оставить незабываемый след в истории науки.